когда-то давно. В счастливом детстве куда идти мне? Подсказало сердце. Шел прямо и наткнулся на дверь. Повеяло холодком от ее ржавых петель. Ухитрился открыть ее, зашел и увидел волшебный странный мир, обитель. Дорожка вела к неизвестному месту, вдоль сада ко дворцу. Услышал молитву. Во дворце нашел книгу про себя и листал ее, листал. И вдруг резко отошел оттуда, проснулся. Да, я спал. Дверь захлопнулась за мной, за юношеской спиной. Дверь захлопнулась за мной. И вот уже много лет я во сне ищу эту дверь и никак не могу найти и зайти в нее теперь. Видимо, выходя, захлопнул будущее свое. А может быть, то было реально счастье мое.